16 января этого года мэр города Славутича Фомичев Юрий Кириллович встречался с руководством «Нафтогаза» о выделении номинации природного газа на январь 2018 года. Руководством НАК «Нафтогаза» была озвучена сумма, которую мы должны были заплатить. Она составила 7,5 миллиона гривен. За период с 16 января по сегодняшний день нами в НАК «Нафтогаз» было перечислено 7,6 миллионов гривен, в том числе 26 января 4,8 миллионов гривен в соответствии с законом о пильгах и субсидиях. Хочу поподробнее рассказать об этом законе. Дело в том, что это новое изменение к постановлению 256, которое вступило в силу 17 ноября 2017 года. То есть все, что мы делали в январе, это было первый раз. Ну, может быть, мы даже и не знали, как это делать, но по постанове 256 всего рассчиталось только 4 предприятия в Украине, в том числе Славутич. В постанове сказано, что мы должны были заплатить деньги до 24 января. Так как это была новая постанова и были некоторые нестыковки, то мы заплатили деньги 26 января. Но это все равно не устроило НАК «Нафтогаз». И они нам не завели номинацию на январь 2018 года. Нами был выполнен график погашения задолженности за природный газ. И мы рассчитали за текущее потребление. Мэром Фомичевым Юрием Кирилловичем предпринимаются все возможные действия для получения номинации природного газа. Мэр 2 дня будет находиться в городе Киеве для решения вопроса о выделении номинации природного газа. Он будет встречаться с руководством ПАД «Киевоблгаз» и НАК «Нафтогаз». Но, тем не менее, сегодня, 30 января в 13:00, произошло отключение от газоснабжения на городской котельной. В 16 часов газоснабжение уже было восстановлено. В Славутиче сегодня произошло заседание срочной чрезвычайной комиссии. Принято решение о возобновлении газоснабжения на городской котельной в соответствии с законом о теплоснабжении. И сейчас котельная будет работать на технологическом минимуме.